Всем привет, с вами Информ ТВ. До сокрушительного удара урагана Милтон остается всего лишь пару часов. Жители Флориды готовятся к худшему. Сегодняшний день может стать роковым днем для штата. К побережью США приближается страшный ураган, который, по прогнозам, станет самым разрушительным в истории страны. Метеорологи готовятся присвоить ему 6-й уровень опасности, что даже превышает официальную шкалу в 5 баллов. Скорость ветра может достигать невероятных 300 км в час. Прогнозы охарактеризовали приближающийся ураган как чрезвычайно опасный и угрожающий жизни. Ожидается, что Милтон обрушится спустя несколько часов, а особую тревогу вызывает тот факт, что этот регион, Флорида, не сталкивался с подобными стихиями более века. Город Тампа может пострадать больше всего. И, как пишут СМИ, может вообще быть стертым с лица земли. Мэр города выступила с обращением к жителям. Она призвала 5 миллионов человек немедленно эвакуироваться, подчеркнув, что города скоро не станет. «Это настоящая катастрофа, я говорю без преувеличений. Если вы решите остаться в зоне эвакуации, вы рискуете своей жизнью». Известно, что магазины и автозаправочные станции стоят пустые. Более 2000 заправок уже остались без топлива. Однако не все готовы покинуть свои дома. Многие жители остаются и укрепляют их мешками с песком, заколачивают окна и двери. Некоторых пугает не столько ураган, сколько неопределенность эвакуации. При этом через порт Тампы поступает значительная часть топлива, критически важного для штата. И, скорее всего, по прогнозам, порт тоже может быть разрушен.